Одна из нововведенных мер безопасности – ограничение выхода жителей из квартир и домов после 22:00. Это не распространяется на обращение за медицинской помощью. Также можно выходить на работу в близлежащие аптеки и продуктовые магазины. В общественных местах, таких как набережная, парки и скверы, появляться не рекомендуют. Несколько неравнодушных волонтеров посчитало своим долгом напомнить павлодарцам об этом. Профилактика распространения COVID-19 работает на всех уровнях. Помимо ограничения на въезд и выезд за пределы области, горожан призывают помнить и о том, что самоизоляция и социальная дистанция являются неотъемлемыми атрибутами сохранения собственной безопасности и блага родных и близких. Набережная Павлодара – излюбленное место горожан для вечернего времяпрепровождения. Но с недавних пор, как мы все знаем, это стало не совсем безопасно. С 1 апреля ужесточены меры безопасности, в связи с чем горожанам настоятельно рекомендуют оставаться дома после 22:00. Насколько эти правила соблюдаются павлодарцами, узнаем прямо сейчас. Обычно в такое время года на центральной набережной яблоку негде упасть. Однако сегодня можно было встретить разве что одиночных бегунов и прогуливающиеся семейные пары. Компаниями павлодарцы все-таки тоже гуляли, но волонтеры спешили подойти к каждому, разъяснить серьезность ситуации и дать ценные рекомендации. Поэтому убедительная просьба, мы настаиваем, берегите себя, и после 22:00 вы и родные, и близкие, пожалуйста, сидите дома. Үйлеріңізде, туыстарыңыздың қасыңызда, балашағыңызбен болыңыздар дегенде, енді бүкір әлемді қоршап алған, бұл жаулап алған коронавирус дерті енді барлығы. Все, с кем волонтерам удалось побеседовать, заверили, в 22:00 они будут дома. В целом отрадно отметить, что павлодарцы ответственно относятся к принимаемым мерам безопасности. И вот что они думают по этому поводу. Положительно, только положительно, лишь бы это все было для всех. И чтобы все за это соблюдали. Поэтому как бы это правильная мера и антивынужденная мера. До 10 пойдете домой? Конечно. Да, да, обязательно. Мы там уже как бы по времени смотрим, мы знаем. Положительно. Это к тому же для нас все как бы. Близким это очень даже страшно, то, что мы видим каждый раз, каждый день, то, что выкладывают в инстаграмах, в новостях. Это очень страшно. Я поддерживаю данную акцию, то, что пусть люди все будут находиться дома, как бы не гулять после 10 вечера, как бы оставайтесь дома, тем самым вы бережете свое здоровье и спасаете окружающих. В любом случае, начинать нужно с себя. Главное – помнить, что, изолируя себя от окружающих, каждый из нас вносит свой небольшой, но жизненно важный вклад в предотвращение распространения коронавируса. Ергали Рамазанула, Ниязбек Смагулов, Ертыс Ахпарат.